С ноября в Турции становится прохладно, гулять комфортно, а купаться в море уже холодно. Однако есть много отелей, где включают подогрев бассейна. Подогреваемые бассейны в Турции обычно работают в зимний период, который начинается с 1 ноября и заканчивается 31 марта. К сожалению, на сайтах бронирований сложно найти работающие зимой отели с подогреваемым бассейном в Турции, эту опцию редко указывают. Поэтому мы публикуем полезный список отелей Турции с бассейном с подогревом, пользуйтесь и отдыхайте с комфортом. Здесь только лучшие отели по соотношению цены и качества на 2020 год. Отели Анталии с подогреваемым бассейном. В Анталии много хороших отелей с бассейнами с подогревом. Более того, есть даже подогреваемые бассейны с морской водой в Турции, эти отели считаются лучшими. До отеля Анталии очень просто добираться из международного аэропорта, такси будет стоить недорого. Либо в процессе бронирования запросите трансфер в отеле, вас встретят с табличкой прямо у выхода из зоны прилета и довезут с комфортом, не надо будет таскать вещи и толкаться с другими туристами. Ехать ли в Турцию на Новый год? Температура воздуха в декабре и январе около плюс 15. Много солнечных дней. На Новый год в Анталии город украшают елками, гирляндами, даже делают снеговиков улыбка, среди пальм все это выглядит весело. Всюду ощущение праздника. В новогоднюю ночь на главной площади проходят народные гуляния и запускают фейерверки. Вот самые лучшие зимние отели Турции с подогреваемым бассейном 1. Барут Лара 5-звездочка отель с открытым бассейном с подогретой морской водой. Отдыхающие считают отель Барут Лара самым лучшим для отдыха с детьми. Работает по системе «все включено». При этом еда вкусная и алкоголь хорошего качества. Здесь есть все для отличного семейного отдыха, водные горки, коляски, радионяни, детская анимация, детский клуб и даже детский крытый подогреваемый бассейн с морской водой. А для взрослых спа – отличный ночной клуб, бары и рестораны. Зимой на улице работает открытый бассейн с подогреваемой морской водой. Из аэропорта Анталии в отеле можно заказать за дополнительную плату трансфер на русском языке. Семьям с детьми определенно сюда. Чтобы найти отель с подогреваемым бассейном недорого, поэкспериментируйте с датами. Иногда, сдвинув даты всего на один день, можно сэкономить в полтора раза. Либо добавить день и получить ту же сумму, например, 7 дней по цене 6. 2. Отель Регнум Каре 5-звездочка с открытым подогреваемым бассейном и морской водой, роскошь по доступной цене. Отличная альтернатива Макс Роял Белик, но дешевле. Этот респектабельный отель подходит для детей и взрослых, а также для романтического отдыха. Все включено. Сейчас читают районы Балат и Фенер, ретро-кафе, винтаж и цветные домики в Стамбуле. Вы ищите отель такой же шикарный, как Макс Роял, но дешевле. Теперь вместо Макса в нашем рейтинге Регнум Каре не пропустите. Конечно, Макс, пожалуй, остается одним из самых роскошных отелей Турции, но цена в празднике зашкаливает. И мы нашли достойную альтернативу. Номера хоть и поменьше, зато с более качественной отделкой. На огромной территории множество бассейнов, гольф, футбольные поля, теннисные корты. Зимой работает большой открытый бассейн с подогревом. На пляже белоснежный песок, специально привезенный из Африки. В отеле проходят концерты мирового уровня, интересные шоу-программы на русском языке, живая музыка у бара. Для детей есть бассейны, игровые площадки и все, что есть в других отелях Турции. Размещение одного ребенка до 12 лет бесплатно. Рекомендуем очень вкусные морепродукты в ресторане «Сандал». Гостям, оформившим бронирование на срок от 3 ночей, бесплатный трансфер от до аэропорта в одну сторону, надо сообщить информацию о рейсе за 24 часа до прибытия, бесплатные билеты в парк аттракционов Land of Legends в период работы парка. Этот отель был бы лучшим в нашем списке, если бы не цена, хоть и дешевле Макса, но все же не для всех доступен. Увы, за высокое качество и хороший сервис приходится платить. 3. Калисто Лаксёри Резорт 5-звездочка, Белик отель в Турции с подогреваемым бассейном. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.